Ну, подрядчики, да, то есть, опять-таки, можно сама пытаться, ну, по крайней мере, вот рекомендации на какие-то базовые вещи попытаться привлекать подрядчиков, которые имеют опыт. Ну, есть, да, консультанты именно по процессам ТАИР, то есть люди, которые занимаются менеджментом. Есть поставщики, вот вопрос там про 1С, да, то есть это поставщики системы. То есть вы должны, имея ТЗ, если оно у вас есть, отправить его, соответственно, в 1С и получить ответ, может ли эта система реализовывать эти процессы, которые вы там нарисовали. Это вот АСУ ТАИР. Есть сейчас именно системы отдельные для анализа надежности, их не очень много. Это именно на шлепке над АСУ ТАИР сверху, которые позволяют вот именно заниматься такими более сложными задачами моделирования. У вас, опять-таки, рекомендации. В проектных институтах есть группы, которые занимаются проектированием оборудования. Они про надежность знают больше, чем вы. То есть, опять-таки, они должны быть как в контуре в этом проекта, как эксперты по определенным там системам оборудования. Следующие подрядчики, которых там мы рекомендуем, это разработчики самой диагностики, то есть те, которые делают методики оценки остаточного ресурса, и поставщики самих средств диагностики, там, приборов, датчиков и систем мониторинга. Это вот те люди, к которым вы можете обратиться, если вы хотите запустить проект управления надежностью.